представляю вашему вниманию учебник «Педагогика», написанный коллективом ученых-педагогов под редакцией доктора педагогических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации Павла Ивановича Петкосистова. Учебник предназначен для самого широкого круга специалистов – юристов, экономистов, социологов, инженеров, врачей и других. Зачем нужна педагогика в непедагогическом вузе, спросите вы? Ответ на этот вопрос довольно прост. Работа в любой сфере – это практически всегда работа с людьми, с коллегами, под чьим-то началом или руководя другими, в большом коллективе или небольшой группе, на предприятии или любой другой организации. В центре внимания авторов – не ученик школы, а обучающийся вообще. Ребенок в семье, ученик, студент, сотрудник производственного коллектива, член бизнес-команды. Авторы стремились ясно и доступно рассказать об основных проблемах в педагогической практике и путях их решения, образовательных системах и методах управления ими, о средствах обучения, воспитания и самообразования. Отдельное внимание стоит уделить фрагментам из жизни, которые авторы представили в учебнике для самостоятельного педагогического анализа.